Когда-то все в нашем королевстве выглядело именно так. На полях зеленела трава, а яблони в садах были усыпаны спелой антоновкой, семилинкой и другими сортами яблок. Повсюду били источники волшебного эликсира, а королевством правил добрый, мудрый и бородатый король. Все от мала до велика были счастливы. Но однажды все изменилось. Источник иссяк. Король исчез. И к власти пришла она. Вы это видели? Почему еще не там? Потому что здесь написано «Добровольный сбор подарков на день рождения принцессы». Добровольный? Значит, что подарки надо сдать добровольно, а не заставлять нас с Петером за тобой гоняться. Понятно? Ну, и что это такое? Это туфельки, ручная работа, высший класс. Зачем принцессе туфли? Что? Неужели так трудно запомнить? Нельзя дарить. Можно дарить. Но у меня больше ничего нет. Ха. А вот сапоги у вас какого размера? 44-го. Отлично. Это как раз ее размер. Запрещенные вещества, предметы имеем. Следующий! Почему мы дарим принцессе капкан на медведя? Не почему-кай. Зачем ей капкан? Она же принцесса. Не зачем-кай. Как она будет им пользоваться? Никак, а... Ой.
хочу, чтобы этой принцессе жилось долго и счастливо. Чтоб ее все любили. Чтоб росла она большой-пребольшой. Мои сапоги 44-го размера, чтоб носила... Министры обманывали и грабили народ. И только один человек был способен им помешать. Звали его Трубингут. Бесстрашный и благородный разбойник. Неуловимый и ловкий. Я вижу несправедливость. Друзья, мы опять нужны людям! Шах! Мапс! Графьен Зигмунд, узнайте, какой дорогой они поедут во дворец. Петруча, придумай, как нам пробраться в лагерь. Баскервиль, ты знаешь, что делать. В прошлом году подарков было больше. Ну и отлично. У меня больная спина. Мне много возить вредно. Сворачивай! Тушенкой прилипает к котлу. Потом его еще, кстати, мыть в холодной воде. И куча всяких насекомых. Романтика. Ужасные условия. Ужасные. Ужасные условия. Ужасные. А что, руколы нет? Ну, знаете, это уже ни в какие ворота. Это просто ужасные условия. Ужасные. Как настоящие десантники, да? Как морские котики. Ты больше на морскую свинку похож. Не знал, что у куриц развито чувство юмора. Тихо. Вон они. Ребята!
Видел? Ага, ты успел загадать желание? Это была не звезда. Хочешь сказать, мое желание не сбудется? Мяу. Конечно, сбудется. Ты кто такой? В настоящий момент это не имеет значения. Сейчас гораздо важнее выяснить, кто ты такой. А? Знаешь ли ты это? Что? Ты агрессивен, недружелюбен, недоверчив. Что он несет? Он прав. Я спрашиваю себя, откуда все это? Может, потому что он лопоухий? Чего? Совершенно верно. Хочешь поговорить об этом? Того Лопоухого тоже казни. Абсолютно совершенно. И второго тоже. Всех казним. Потому что условия здесь просто ужасные. Ужасные. Нет. Если мы их всех казним, то кто нас отвезет во дворец? Мы ведь не хотим остаться здесь навсегда. Да, потому что условия здесь просто ужасные. Да, просто ужасные. Да, ужасные. Это же Трубин Гуд. На помощь! Помоги! Ты слышал? Ничего не знаю. Мне нужен покой. У меня спина. Что? Что такое? Ах, вы кони мои, кони. Зачекинемся? Зачем? Отец никогда не любил меня. Однажды я взял без спросу спички. С тех пор я фанат Джона Сноу. Это Трубин Гуд.
Подумать только. Когда здесь били источники эликсира, эта долина была самой плодородной во всем королевстве. А потом появилась эта принцесса. Гадкая и уродливая. Инфантильная. Не комплексуй. Эликсир не вернуть. А мы и так делаем все, что можем. Грабим богатых, раздаем бедным. Угу. Отказались от карьеры музыкантов. Но ведь это же капля в море. Посмотри, как они живут. А она в это время устраивает праздничные концерты в честь своего... Точно! Не-не-не-не-не, даже не думай. Знаешь, какой там будет фейс-контроль? Да, но если нам это удастся, мы сможем одним махом ограбить всех богачей. А? Мы заберем у них все и раздадим бедным. Ведь это шанс. Шанс подразумевает возможное достижение успеха, какого лично я здесь не наблюдаю. А если мы возьмем принцессу в заложники? Принцессу в заложники! А я бы пошла себя показать, коней посмотреть. Тогда голосуем. Кто за? Двое. Кто против? Двое. Угу. Значит, как всегда, решать будет Баскервиль. А где Баскервиль? Баскервиль! 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 Я что, в парке аттракционов? Все праздничное настроение испортили. Ой, что-то мне нехорошо. Может, отменим праздник? Да? Музыкантов тоже отменим. Лазутчик! Какой же это лазутчик? Отнесите его принцессе. Лично от меня. Зачем ты уродуешь пса? Разве мы не должны быть красивыми? Найди ему что-нибудь более мужественное. Ты, наверное, голодный? Сейчас я принесу тебе поесть. Это я. Гроза баллонок, самец и бесстрашный разбойник. Какой позор. Петручо! Петручо! Эй, я здесь! Петручо! Петручо! Да куда ты смотришь? Ну что, не видно? Нет, только шавка какая-то танцует. А нашего парня нет. Эй, куда ты? Куда же ты? Стой, стой! Эй. Мозги куриные. Так, так. Ладно, прыгаю, прыгаю. На раз, два, три. А я еще так молод. Два с половиной. Два с четвертью. Два с двумя половинами. Два с хвостиком. Пёсик! Вот так. Мужик сказал,
Мужик сделал. И кто будет мыть посуду? Я не могу. У меня маникюр. У тебя уже вторую неделю маникюр. А ты бы предпочел, чтобы я ходила страшная, да? Но ты же изобретатель, изобрел бы посудомоечную машину. О, началось. Что еще тебе изобрести? Может, зеркало в полный рост, чтобы ты не питала иллюзий? Не хочу вам мешать, но у нас есть проблемы посерьезнее. Нам надо найти Баскервилля и придумать, как пробраться на праздник. Конечно. Без Баскервилля вам не обойтись. Сколько комплексов. Ну, ни о чем спросить не хотите? Там, где ты брал этот костюмчик, не было на пару размеров побольше? Молчи, женщина. Мужчины обсуждают план действий. Погоди. Ты знаешь, как попасть во дворец? Договори уже! Ну ладно, на концерт заказали музыкантов. Ну, типа, какой-то европопс, правда, сейчас они не в тренде, но неважно. Короче! Короче, будут проезжать здесь завтра в полдень. Теперь можно? Планы всегда срабатывают. Переодевание в музыкантов — это гениально. Мои планы всегда срабатывают. Переодеться в музыкантов — это гениально. Я не виноват. А кто виноват? Сейчас я тебе покажу, кто виноват и что делать. Давай, курица, не птица, поговорим, как мужчина с мужчиной. Давай! Было б с кем говорить, тоже мне волкодав нашелся. А ну, хватит! Зако! Бафума! Эрингуба! Экукук! Изингодлвей! И что это было? Они спросили, что вам от них надо. Я сказал, что вы хотели вместо них приехать во дворец. И? Они не против. Их пригласил начальник охраны. Но они не встречались с ним лично, поэтому он не знает, как они выглядят. И значит, мой план в силе. Сегодня самый важный день в вашей жизни, ваше высочество. Вы уже решили, кого из министров объявите своим женихом? Не понимаю, почему я должна выбирать из этих двоих? Жизнь принцесс не маффин. Сами знаете, закон, королевские традиции. Глупый и жестокий закон. Другого-то нет. Придется исполнять этот. Если наплевать на закон, королевство развалится. Вы не можете так поступить с вашими подданными. Неужели я так никогда и не узнаю настоящей любви? Какой любви? О которой поют трубадуры в своих песнях. Музыканты приехали! Как думаешь, который из них поет? Ну,
самый вон тот. Вот бы с ним познакомиться. Полноте, ваше высочество. Куда вам с простыми музыкантами знаться? Вам, верно, и нельзя к ним. Господа, исполняющие обязанности? Знаю, знаю. Запрещают мне общаться. Ну, а тебе к ним можно? Мне можно. Я из простых. А если вас кто около них увидит? А если я буду в твоем платье? Как же это можно? Это ж пре-де-порте. А вы к кутюр привыкли. Ну, пожалуйста, Мари. Всего на секундочку. Так хочу посмотреть ему в глаза. И что? Туфли тоже дадите поносить? Смотри, как красиво, бабуля. Да, милый, да. Леденцы на палочке. Леденцы на палочке. Покупайте леденцы на палочке. Уберите отсюда эту рухлядь. Неприятности? Просто не хочу попадаться им на глаза. Вам они тоже не нравятся? Не имеет значения, нравятся они мне или нет. Очень скоро один из них станет нашим королем. Народу нужен настоящий король, а не эти кретины. Такой, каким был наш прежний король. Мудрым и великодушным. Сердечным и справедливым. Ответственным и надежным. Любящим и... Скорее бы его величество вернулся. Сейчас народ в нем нуждается как никогда. Но пап... Но король умер. С чего вы взяли? Но господа министры... Да слушайте больше, они вам наговорят. Никто и никогда не видел короля мертвым. Так? Ага. Однажды он просто исчез. Значит, наступит день, когда он вернется. Вы так думаете? Не только я. Весь народ. А с мнением народа нельзя не считаться. Ой, смотрите. Трубин с какой-то девушкой. Yeah. Что не говорите, но эти министры вполне подходят нашей принцессе. Разве? А может, у нее просто нет выбора? Даже если и был, она возьмет мужья кого-то подстать себе. Такого же алчного и злобного. Вы ее хорошо знаете, раз так говорите о ней. Ни разу ее не видел. Вот значит, как вы судите о людях, которых глаза не видели. Зато все видят, что происходит в королевстве. С ее позволения министры обирают народ. Неправда. Народ живет прекрасно. Да, принцессу редко выпускают из дворца. Но сегодня она целый час пробыла с народом. Вас, видно, тоже редко выпускают из дворца. Да, но я... Много читаю о жизни крестьян. Дворцовая газета? Под редакцией этих прохвостов? Они-то здесь при чем? Вот... Вот из-за кого страдает народ! Коварный разбойник Трубин Гуд и его шайка? Он грабит честных людей, сжигает посевы. Вот! В прошлом году уничтожил весь урожай. Пришлось закупать хлеб в соседнем королевстве. Стоп! Где доказательства, что это сделал Трубин Гуд? Это не доказательство? Хотите сказать, впятером они столько бед натворили? Ха, чтобы разграбить страну, много народа не надо. Послушать вас так Трубин Гуд за все в ответе. Вот значит, как вы судите о человеке, которого в глаза не видели. Ха. Трубин Гуд не такой, как вы о нем думаете. Принцесса не такая, какой вы ее считаете. Да, возможно. Если она не выезжает из дворца, читает эту дрянь, ее тоже облапошили эти проходимцы. Да? Возможно. Выйдите за ворота. Люди вам скажут, кто на самом деле грабит народ. Я не хочу, чтобы и вас одурачили. Какое вам до этого дело? Вы знаете меня всего 10 минут. Теперь
На этой сцене для принцессы буду петь отличные, энергичные и заграничные музыканты. Сегодня в небе сияет и распускается на рассвете заря. Сегодня город узнает о том, что знать ему раньше было нельзя. И будет всем интересно, и все будет честно. Сердца откройте друг другу, ведь без любви в этом мире выжить нельзя. Вы кого привели? Музыкантов? Каких музыкантов? Отличный, энергичный, заграничный. Найти 10 отличий можешь? Легко. У басиста другая гитара, это раз. У этого... Выясните, почему приехали не те музыканты. Господа, исполняющие обязанности первого министра, сегодня один из вас станет мужем нашей принцессы и королем нашей страны. Второй навсегда покинет королевство. Таковы правила. А теперь на эту сцену приглашается принцесса. Сигнал. Прошу прощения, я немного волнуюсь. Мой отец был справедливым, щедрым и добрым королем. Он любил свой народ и делал для него все. Я знаю, что и он, и вы все хотите, чтобы новый король был таким же. И сегодня я встретила такого человека. Я хочу, чтобы моим мужем и новым королем нашего государства стал тот, кто только что выступал на этой сцене. Кто? Я. Вы согласны? Мы подумаем. Ну, и что это было? Принцесса и есть та самая служанка. Принцесса и есть та самая принцесса, именем которой грабит бедняков. Я уверен, она ничего не знает. Она чистая, красивая, идеальная. Она коварная, злобная и уродливая. Вот что я скажу. No woman, no cry.
Все они... Стоп, 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 стоп. Принцесса хочет сконнектиться с Трубиным. Он не самый симпатичный парень, но это ее дело. Я ее не осуждаю. Любовь зла. Но ведь это значит, что Трубин Гуд может получить обалденный стартап. И мы сможем править королевством. Только представьте, сэр Баскервиль. Комплекс Наполеона. Тихо! Что там? Надо уходить. Но я еще не... Живо! Поздно! Держи! Поздно. Они уже здесь. Именем принцессы откройте! Вы окружены! Сопротивление бесполезно! Заряжай! Это видел? Плохо дело. Хьюстон, у нас проблемы. Есть одна идея. Смотри наверх. Да. Не смотреть наверх. Не смотреть наверх. Не смотреть наверх. Они на крыше. На крышу. Брать живыми. А нельзя было придумать план умнее. Баскервиль, подержи. Не люблю, когда под крыло говорят. Я не смогу. Я толстая. Я толстая. Я такая толстая. Так, ты лети, а мы разберемся. Вот это я доживаю! Там греюще в полете! Я толстая! Принцесса! Немедленно отпустите его! У меня приказ именем принцессы арестовать Трубин Гуда. Чьим? Чьим именем? Вашим. Ах, моим, значит? Так вот сейчас я приказываю своим именем немедленно... Так, 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 так. Что здесь происходит? А, господа исполняющие, по какому праву его арестовывают? Они грабят народ, принцесса! Они... Отпустите меня! Окорочок. Я требую объяснений! Долгое время мы скрывали от вас, что народ живет не так хорошо, как нам бы хотелось. И все это из-за Трубин Гуда. Он грабил. И деньги, которые мы хотели тратить на простых граждан, оказывались в его руках. Вчера он переоделся музыкантом, пробрался во дворец, втерся к вам в доверие и хотел... У меня даже язык не поворачивается. У вас поворачивается? Не-а. Но этого не может быть! Я говорила с ним! Он совсем не такой. Как бы нам хотелось, чтобы все это было так! Но слишком много доказательств. Слишком много. Мяу!
Может быть, я придумаю какой-нибудь другой план? Мы не можем ждать, пока ты придумаешь другой план. Посмотри, что происходит вокруг. Вешают ей лапшу на уши. С этим нужно что-то делать. Итак, вы должны проникнуть во дворец и рассказать принцессе правду. Может видел бы ты себя со стороны. Кажется, я вижу. А? Сюда. Не трогай меня. Я не трогаю тебя. Нет, ты трогаешь. Тихо. И чего еще надо? Все доказательства предоставили, а она не верит. Мы, между прочим, тратимся. Санатории, школы, дороги, пол казны ушло. Что нам теперь делать? Да. Есть одна мысль. Пусть Робин Гуд совершит побег. Он снова начнет грабить. Принцесса увидит, что народу становится хуже. Мы снова поднимем налоги. И народ взвоет. Тогда принцесса поверит. Только настоящего Робин Гуда и его шайку мы заменим на фальшивых. А где вы их найдете? Фальшивую шайку мы наберем. А фальшивый Робин Гуд уже здесь. Но ведь у меня же усы. Вы же не хотите... Нет! Нет! Нет, пожалуйста, только не усы. Ну вот, теперь осталось собрать фальшивую шайку. Пойдемте, надо подумать, где мы наберем актеров. Уходим. Вообще-то нам надо было к принцессе. Ты разве не слышал? У нас теперь другой план. Если ты лесной разбойник, и жизнь твоя на волоске, любить прекрасную принцессу, увы, не суждено тебе. Не суждено, не суждено, не суждено любить тебе. Я рождена была принцесса, и жизнь моя волшебный сон, в котором для любви нет места к простому парню, если он...
лишь музыкант, а значит, все предрешено, все предначертано и нам любить друг друга не дано. Нам одного хватило взгляда, чтоб зазвенела вдруг струна, и нам дворцов уже не надо, лишь ты один, лишь ты одна. Я не один, я не одна, и лишь любовь нам суждена. Держись, дружище, мы тебя вытащим быстрее, чем ты думаешь. А как я думаю? Промахнулся. Ваше Величество! Да? Все думали, что вы... Да-да, а я все время здесь копал. Не в ту сторону. А вы кто? Робин Гуд, благородный разбойник. И в чем же ваше благородство? Я граблю богатых и раздаю бедным. А почему вы здесь? Это долгая история. Впрочем, времени у нас много. Мальчик, мальчик, только бы мальчик. Девочка! Девочка, как я и хотел! В день рождения принцессы забил фонтан счастья. Стоило капле эликсира попасть на песок, и там начинали расти цветы. Этот фонтан будет бить всегда, пока в королевстве живут принцессы. Я приказал построить эликсировод во всей деревне, чтобы все были счастливы. Только двум людям это было не по душе. Они хотели отключить эликсировод и использовать эликсир в своих целях. Но я отказался. Тогда они заточили меня в тюрьму. А сами объявили народу, что источник иссяк, и теперь используют его для омолаживающих ванн. Но ведь принцесса может им приказать вернуть все обратно. Она тоже думает, что источник пересох. Так значит, она ничего не знает. Да. Вот увидите, мои друзья вытащат нас отсюда, и я верну эликсир народу. Она сорвет нам весь план. Предоставь это мне. Теперь вы меня хватаете и бежите! Нет-нет-нет, так никто не поверит. Должны быть следы борьбы. Погодите, а что это значит? Следы борьбы. Теперь бежим! Назад! Не так быстро. Что происходит? И вы, милая дама, в камеру. Уж простите. Где настоящий Робин Гуд? Что?
Так вы... Седьмой. Спасибо. Давайте поменяемся. Да, да. Друзья! Я знал! Знал! Ваше Величество! Это мои друзья! Так, мы сейчас тебя забираем, вместо тебя оставляем его. Остальное расскажем потом. Бежим! Я не пойду. Если министры обнаружат, что меня нет, заподозрят неладное. Это может вам помешать, так что бегите. И помни, ты обещал вернуть народу эликсир. Эликсир? Расскажу позже. Бежим! Не так быстро. На будущее запомните. Вторая связка ключей всегда у Пауля. Как ты там делала? Вот так! Ах ты собачка! Вообще-то, вот так! Но я тебя еще научу. Так, какой у нас план? Надо пробраться в эликсирную и повернуть вентиль. Эликсирную охраняет целая армия. Баскервиль, есть идеи? Баскервиль? Неужели его мнение еще кого-то интересует? Кажется, вы нашли ему достойную замену. Я хочу каре. Каре уже никто не носит. Мы сделаем рапсодию с градуированными прядками. Либо я, либо она. Выбирайте. Говорится, 5 голов хорошо, а 6 еще лучше. Я должен вернуть эликсир народу. Так, работаем. Что там с планом? Трубин, жду от тебя креатив. Зигмунд, анализируй. Петру, что? Я на тебя рассчитываю. Ты проследи тут за всем, а я пока веду в курс дела нашу новую подругу. Отлично. Почему бы и не посидеть всем вместе? С какой стороны ждать нападения? Надеюсь, никто не пострадает? У меня спина. Проклятие. Моя спина. Посмотрите, что вы со мной сделали. Виноват. Зато ограбление получилось очень достоверным. Ладно. Оставьте золото и убирайтесь. Видите ли, первый исполняющий рассудил, что он пострадал больше и забрал все золото себе. Что?
Что? Забрал все золото себе? Он сказал, оно ему нужнее. Мерзавец! Это подло! Он у меня поплатится! Я объявляю ему войну! Что происходит? Эй, куда все идут? Немедленно выпустите меня! Я хочу знать, что происходит! Эй! Именем принцессы! Сейчас же! Вы? Я. Бандит! Подождите! Я все объясню! Вас ввели в заблуждение! Эликсир не кончился! Они забирают его себе, а народ голодает! Почему я должна вам верить? Потому что я люблю вас! И еще потому, что мне это сказал король! Что вы сказали? Я сказал, что люблю вас. Да не то! Что вы сказали после этого? Про короля? Ну, мы тут общались с ним, и он сказал... Он жив! Где он? В тюрьме. Подождите, а другая часть моего высказывания вас не тронула? А вы что-то еще сказали? Я взял тебе попкорн. Крошка. Итак, дамы и господа, только сегодня и только у нас война. Начинается! Не познав любви. Эй, кто там? Выпустите меня! Я начальник охраны! Слышите? Папа! Теперь ты все знаешь. Так значит, все правда? И та другая часть вашего высказывания тоже правда? Ой.
Очень рад, что у вас все срослось. Совет вам, да любовь. Но вот моя женщина, похоже, вляпалась. И наши друзья, кстати, тоже. Так что, если вы не против, может, немного отложим все эти поцелуйчики и спасем их. Вы должны разоблачить исполняющих. Боюсь, я не очень быстро хожу. Так что вы бегите. Народ вам поверит. А мне еще кое-что надо сделать. Дамы и господа! Обвиняемые приговариваются к высшей и самой зрелищной мере наказания. Казни! Давайте со руки! Кто первый? Казните их! Стойте! И где же тогда король? Где эликсир? Милая моя. И моя. Взять его! Бедная наша девочка. Вас опять обманули. Нет никакого эликсира. Это неправда. Я видела короля. Люди! Что же вы? Кому вы верите? Эликсир существует! Тогда где он? А, я эликсир! Вот видишь, Барбил Дупоглазая, народ тебе не верит. Казните их! Рядом с такой женщиной, как ты, и умирать не страшно. Я... люблю тебя, крошка. Вилли. Boo!
Мальчик, что, не вышло? Принцесса будет со мной. Я стану новым королем, и все будет по-прежнему. И никто меня не остановит. Нам назло.